Всем, ребят, привет! С вами счастливые люди. Короче, привет-привет. У мамы второе дыхание. И я довольная и счастливая. Но, правда, немного уставшая. После вчерашнего никак не могу отойти. Легла еще спать еще позже, чем с Кирюшкой ложусь. Устала больше, чем с ним. Вчера у меня на телефоне шаги есть, короче. Обычно, когда у меня 10 тысяч набегает, мне, короче, пока что 10 тысяч, ну, как бы норма. У меня уже до обеда было 10 тысяч, и домой я пришла 28 тысяч, короче, шагов. Мама там давала ходьбы. Должны все булочные мои калории сжечь точно вчера. Поэтому не переживайте, все норм. Что еще нового? Просыпала сегодня, как обычно, с Кирюшкой, привыкла просыпаться, его проверять там 2-4, когда он хнычет. Проснулась первый раз в 2 часа с таким, как так, не, вообще не врубаюсь, как не слышу Кирку. Вообще, уже это привычка, ребят, реально привычка, я прям в шоке была сама. Лежи, да? Никого нет, никто не храпит под боком, не пищит, не плачет. Нет! Я, значит, это все дело. Короче, всю ночь постоянно просыпалась и в душ сходила перед сном, чтобы расслабиться. И вчера там полы перемыла, все сделала, и уже ложись, отдыхай. И книжку почитала, и там списки наделала, все обдумала. Ну, короче, ложись, да отдыхай уже. На сегодня план выполнен. Без задних ног, как говорится, дрыхни. Тем более устала, как собака вчера. Но нет. Вашей маме надо дела творить. Короче говоря, ладно. Наступает новый день. Наступает многообещающе. Погодка по сравнению со вчерашним идеал. Дождем не пахнет, солнышко есть, лужи подсыхают, так, все цветет и пахнет, ребят, покажу, буду переходить, видите, здесь мне нравится по этой улице, кстати, идти, здесь у них старых дворах, видите, какие огромные, до 5-этажных домов, яблони старые, и куча всяких сиреней. Поэтому вот этот момент мне здесь нравится, вот на этой улице ходить. Ну, между вот этими не улицей, это как бы между домами. Вот то, что вот этот пятачок такой клевый, мне нравится. Вот именно за то, что здесь такой клевый, крутой запах, я даже скажу. Кстати, я заметила за собой, мне подарили духи. Я неотдаленно, не помню название, если не забуду, покажу. Отдаленно напоминают полынь. Представляете? Я до этого раньше не замечала. А вот в последний раз, вот 2 дня подряд я им пользуюсь. Я периодически меняю каждый раз, вот, например, на лето, на один, на другие. Иногда бывает так, что меняю постоянно. Сейчас, ребят, подождите. Встретила знакомую, поэтому остановился. Вот. Почему остановился-то я? А, по поводу духов. И вот эти духи, почему-то раньше не замечала, но они отдаленно напоминают как будто запах полыни. И в последний раз мы гуляли с Кирюшей. У нас сейчас там в одном месте полынь начинает расти. И мы как-то сорвали с Кирюшей. Я ее пучком собираю для отмоли. Вешаю. У нас великан, я не знаю, как у всех деревнях, но как-то я не знаю, так не спрашивала, не интересовала. У нас от малин. Моль заводится. И, в смысле, летает прям по дворам. Вот, ну, где? В сарайках. И вот у нас так развешивают стебло. Этот набирают. Обычно полынь, когда цветет, она же хорошо пахнет. Когда ее набирают. Ну, мы и в этот так набираем. Везде вешаем пучки. Потому что, когда кто-то откуда-то приезжает и видит, что везде развешаны такие пучки, все думают, что как это... В дом ведьмы. Все спрашивают, зачем, почему. А кто местный, они между собой уже всю эту фишку знают.
И как бы вообще не обращая на это внимания никакого. Что каждый раз у всех что-то там висит. То от моли, то от того, то от всего. Так вот. И вот этот мы когда набирали, и мне так нравился запах полынь. Я его в жизнь не переносила никогда. А это вот, пожалуйста, странно. Что там во мне такого щелкнуло? Может быть, это отщелкнется? Не знаю. Вот. Ну, все, как-то так. Про полынь рассказала. Вот я сегодня набрызгалась. Такое чувство, что от меня несет полынь. Ну, короче, день вот. Сейчас осталось нам еще за одной справки. Еду в другой конец города. Буду ехать где-то машина там сзади. Около часа. Еще минут 20 идти с двумя пересадками. Вот. Поэтому думаю, что до обеда справлюсь. У меня в обед в час электричка. Успею ли я доехать? Не знаю. Потом еще до вокзала. Потому что мне нужно домой забрать. Сумки, то, что я набрала, то, что мне нужно. В деревне. Ну, как-то так. Делов, короче, куча. Опять устанем. Поэтому в путь. Поехали, дошли уже почти до остановки. Вот здесь у нас остановка зайти. Сейчас в путь. Надо еще проездной купить. Денежка вчера закончилась. Последний раз уже кондуктора не было этого. Пришлось по 25 рублей билет покупать, а у нас с проездным по 20. Поэтому все, поехали. Смотрите, ну это тоже хорошо. Рассказываю, снимаю вам город. Иду, а на меня... Баба, сейчас покажу, как это прямо на руку и на фотоаппарат, и на мою руку, и на мою кофту. Птичка. Тут, кстати, тюрьма у нас. И это, наверное, вот к деньгам. На меня накакало. Птичка, круто!
Это хорошо, к деньгам. Ищем позитив. Короче, ладно, будем оттирать фотоаппарат из себя. Пока. Ребят, убрали приятную неожиданность. Мне, как, если честно, везет по этому поводу всегда. Или меня птички так любят. Максим говорит, обычно мне. Или я так сильно притягиваю генератор. Я их быстро трачу, но долго зарабатываю. Короче говоря, птичка сделала свое дело. Молодец. Ладно. Короче говоря, пошла пешком. Вторую пересадку решила сэкономить немного денег и пройти 4 остановки трамвайны. Смотрите, что. Асфальт провалился. Круто, да? Там провалился, дыру заделали. Здесь еще дальше провалился. Еще идти прилично. Еще 2 остановки. Поэтому... почему согласилась на это? Погода замечательная, время есть. Припекает. Мама уже сняла головной убор. Стегнулась такая вся. Здесь очень шумно, поэтому очень сильно кричу. Опять эмоции зашкаливают. Прям как будто на каком-то адреналине. Все клево.
ребяточки, рассказываю новости. Пришла в эту иммиграционную службу налоговую. Быстро, чтобы справку тебе заказать, ее надо. Через 5 дней она будет готова. Стоит 200 рублей. Я в шоке. Если быстро хотите, 400 рублей. Просто спросила, как это можно бесплатно, то через налоговую там сайт вот этот налоговый зайти, надо зарегистрироваться. Ну, мы, короче, с Максимом часа два созванились по телефону, как это делать, сделали, заказали, надеюсь, что она нам подойдет. Надеюсь, подойдет. А я вам покажу здесь. Я нахожусь сейчас, получается, в центре. Здесь у нас тут такой шикарный район в плане всяких театров и всего остального. К сожалению, не помню, как улица называется. Кирова. Иду по Кирову, успела прочитать. По Кирову. И вот сейчас там выйдет другая еще будет улица, не знаю какая, если успею прочитать или найти. Как называется? Вам скажу. Вот это, насколько я помню, Башкирия. Наш этот... как его? Гостиница. Гостиница наша Башкирия. Ну, как-то так. Вот такие вот у нас тут красоты. Вот такие краткие новости. Немножко вам обзор города. Лето. Прекрасно. А, ветер поднялся. Солнышко у нас не спряталось. Максим звонил, что у них солнца нету. Но здесь хорошо. Вот такие вот у нас обзоры. Сейчас нам нужно выйти на остановку и попытаться отсюда уехать до следующей точки. Так как все равно уже не успеваю на свой... Там есть фонтанчик, сейчас я вам еще поснимаю. И с другой стороны обзор самой гостиницы. Вот такая вот у нас есть мозаика на здании еще. Такой вот небольшой вид. Девочки, вот, решила показать, пока вспомнила, собираюсь на электричку. Вот такой вот аромат. Почему-то он мне сейчас фокусируется, напоминает, хотя глубоко и далеко от этого запаха. По поводу полыни, то, что я говорю, почему-то так. Что-то резко изменилось с моим носом в эту весну. Ну, как-то так. Ну, в принципе, вообще он как раньше как более цветочным мне казался был, когда еще вот в начале, сейчас уже осталась половина, чуть меньше половины. Ну, такая интересная довольно-таки. Интересный флакончик такой изогнутый. Ну, в принципе, как-то так. Ну, вот я и на вокзале. На месте. Ну, что еще нового было? На рынок заехала, мяско купила, правда, в 11 килограмм. Тащу, руки оторвались. Сейчас все скажут, а, пока доедешь, протухнет. Нет, ребят, не протухнет. Уже испытано. На улице, во-первых, не так жарко, в электричках не топит. Поэтому прибарахлились. Мелкому там вкусняшки купила. Сижу на вокзале. Вот только-только зашла. Расселась. И думаю, вам поснимаю с окошка. Такая красота у нас. Народу что-то как-то не очень пока. На той стороне он тоже. Билет еще не купила. Посижу, отдохну, потом куплю.
Ну все, теперь только выдвигаться до дома, до самого, до самой хаты. А там уже видно будет. Думаю, что дела все сделаны. Правда, еще дома дел много. Завтра новый день, новые задумки, новые планы. Но это уже будет завтра.